Любая интеллектуальная игра – это непростой тест. За считанные секунды поднять из глубин своей памяти единственно правильный ответ удается далеко не всегда. Что помогает в таких случаях? Какие резервы и как их можно активизировать? В этом и есть смысл игры «Росквиз» с углубленным знанием нашей истории, культуры, общественной и политической жизни. Многие из нас интересуются какой-то общественной деятельностью, когда-то что-то поддерживают, когда-то нет. И ребятам это очень интересно, разбираться в истории государства и на данный момент в каких-то политических движениях. Без политики. С политикой тоже. Из нашего городского округа участников этого интеллектуального состязания больше всех в игровом зале общественно-политического центра в Балашихе. У матичинцев самое заметное и разновозрастное представительство. Втройне приятно, что здесь на интеллектуальной игре три команды от Мытищинского района. Это и парламент при Совете депутатов, это и молодая гвардия, это и студенты Бауманки, и просто неравнодушные ребята нашего округа. И все мы любим свою историю и готовы поделиться знаниями. За каждым столом по 8 игроков. Спор идет за выход в финальную стадию, куда должны отобраться еще 10 команд от 10 избирательных округов. Тематика игр самая разнообразная. Политика, выборы, история, культура, краеведение, экология. Здесь нужны универсальные знания. Это возможность проверить себя, насколько хорошо мы знаем нашу историю. Здесь, может быть, в меньшей степени какие-то и вовлечена политика. Здесь в большей степени действительно на знания молодых людей истории России. Игра как отбор. Может, это и развлечение, но с прицелом на будущее. Команда «Мы с военки» в основном составлена из школьников. Но они достойно показали свои познания в отечественной истории. Немного им не хватило, чтобы опередить будущих победителей, куда более опытных игроков, хозяев из балашихинской команды «Пехорка». Впрочем, как итог игры, вот это напутствие Максима Сураева тоже ценный результат. Вам через несколько лет двигаться, развиваться, идти вперед. И кто-то уйдет в политику, кто-то уйдет в науку, кто-то уйдет в производство. Но все равно вы вашими руками будет процветать наш любимый край, который называется Московская область. Впереди еще немало игр и дел вполне серьезных. Главное – научиться в доли секунды находить правильный ответ. Это всегда пригодится в жизни. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День».